Всем привет, с вами Сергей. Сегодня расскажу, как создать загрузочную флешку Chrome OS Flex. Новая операционная система, которую выпустил Google. Заходим в браузер, кликаем три точки, выбираем дополнительные инструменты, расширение, дальше вот три полосочки, нажимаем. Внизу есть «Открыть интернет-магазин Chrome». Дальше пишем в поиске по магазину «Утилита восстановления». Кликаем. Вот она. Устанавливаем эту утилиту. Установить разрешение. Кликаем на нее. Дальше она пишет, что создание носителя для восстановления Chromebook. То есть вам надо флешечка минимум на 8 гиг. Вставляете ваш ПК, нажимаете начать. Выбор модели Chromebook. Вот тут выбор модели, и тут выбираем выбор производителя. Кликаем Google Chrome OS Flex. Продукт. OS Flex. Продолжить. Выбираем носитель. Вот наша флешка 15 гиг. Кликаем далее. Если у вас что-то есть важное на флешке, то копируйте, потому что все данные будут удаленные. Кликаете создать. И видим, пошло создание вашей загрузочной флешки с ОС. Устанавливается она примерно около 10 минут в зависимости от вашей системы. По окончанию создания образа, да, на вашу флешечку, загружаетесь через BIOS, выставляете приоритет вашу флешку и начинаете установочку. Вот, собственно, создалась ваша флешка. Всем спасибо. До свидания.